сейчас охуя. Вадим, я кушать хочу. Приготовишь? Как вкусно. Всегда мечтала о таком обеде. Я? Ага. А что это за это был? Да вот это? Угу. Давай поцелуй. Все, давай, тороплюсь. Большой молодец, Павел.
Работаешь. Ахмед Бати. Но ты учебу не забрасывай. Махлумат, диплом нужен. Да, конечно. А сколько зарабатываешь? Мам. Не лоб-то? Ну, по-разному. Просто я все, что зарабатываю, обратно вкладываю в бизнес. В бизнес? А что за бизнес? Я про это не знаю. У меня доставка. Мы доставляем разные вещи по городу. Еду, радость. Радость? Ай, Вала, молодец. А девушка есть? Есть. Чего ты не сказал? А мы просто недавно начали встречаться с ней. Хорошая? Да. Познакомься поближе. Магангара, с родителями познакомься. Чтоб хозяйственная была. Татьяна классная. Ну, это самое главное. Можешь, кстати, с ней на кудалок прийти. Посмотрим на нее, оценим. Вообще не в тему. Не, не в тему. Они только начали встречаться. Она нас увидит, сразу бежит. Ладно, с вами классно, но мне пора ехать. А еще не шиши? Жопу тебе, я все. Айдос! Эй, Айдос! Ты че носит, кибор? Мразь! Салам алейкум! Алейкум! Бля, голова рассказывается, пиздец. Давай ближе к делу, да? Давай. Короче, Алдиярчик, мне 400 тонн надо до завтра. Я тебе только позавчера отдал. Ну да, давал, сейчас нет. Я потратился. Там перед начальством отметился. Кстати, сука, из-за тебя, блядь. Да, сюда. И с хуя ли я сейчас должен перед тобой отчитываться? Ты с чего, блядь? Он сказал, надо, значит, надо. Не, Айдос, тебе не кажется, что ты переходишь край? И чего? Остепенись, ты чё? Нормально всё у тебя, а? А, блядь. Слышь, ты чё разъёбывался, блядь? Голос появился, что ли? До завтра 400 тысяч. Не слышу, блядь! Да, да, понял. Ну, другое дело, Алдиярчик. Ты сейчас выебался, муж, я тебя выебу. Я уже заебался повторять тебе одно и то же. Эх, куч, блядь, только твоя меча, блядь, никак не решает мои проблемы. Сколько, говоришь, у тебя осталось складов? 300. Чего угораешь, блядь? Да так, шутку вспомнил. Шутку вспомнил. Будешь? Нет. Пиздец ты ебан. Не, братан, 300 за день нереал вообще. Тебе за час нужно 50 минимум класть. Сука, что делать-то? Что делать? Молодик, думай. С каких пор ты читаешь книгу, бля? Ты ебать, Акишина? Я думал, я забыл о ней, прикинь. Джонсон. Искиш? Хана, у меня идея появилась. Что за идея? Сейчас. Сука, красавчик. А цель заебал. Салат спа? Салат. Читательский билетесь?
Чё? Фамилия. Алдияр Фергаз. Канат Джакишев. Поесть 100 тысяч, кстати, их заберет. Ты тут видишь людей? Не вижу. А если тут дохуя умный и решит все забрать? Ты прячь так, чтобы не нашли. Здравствуйте. У вас есть Ленин? Собрание сочинений, 4-й том. Фамилия? Якубов. Здравствуйте. Александр Сергеевич Пушкин. Пиковая дама. Фамилия? Урманов. Здравствуйте. А у вас есть Хаким Карам? Охота на овец. Может, вы имеете в виду Харуки Мураками? Да. Фамилия? Малинов. Фамилия? 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 Фамилия, говорю. Ой, фамилия. Короче, у меня дома осталось крайне 30. Я быстро схожу и вернусь. Бля, братан, дунуть хотел. Бля, Кана, подожди, я быстро. Давай. Я знаю, твой быстро. Родной. Чё за хуйня? Мадина! Ты сука! Какого хрена ты трогаешь мои вещи? Это я, Алдияр, успокойся, пожалуйста, Жанна. Ты чё, охренела, блядь? Что с тобой, Мадина? Отпусти пистолет! Кто? Это я, Алдияр. Ты чё делаешь, дура? Мадина, пожалуйста, опусти ствол, не играйся! Мадина! 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 Мадина, сука! Мадина! Мадина! Блядь! Сука! Мадина, возьми, сука, Хана, трубку! Алло, Хана, поднимайся быстрее! У Мадины передоз! Какой Мадины? Хана, ты чё, долбоёб? Моя девушка Мадина! Ебать, а чё с ней? У неё передоз, поднимайся! Братан, прогугли, пожалуйста. Хана, чё ты тупишь? Быстрее поднимайся, сука! Бля, меня же накрывает, братан. Мадина, Хана, сука, Хана, где ты? Ебать, что за хуйня? Сука, где ты хочешь, брат, быстрее, я тут в больницу отпусти. Братан, может, в больницу сюда позовем? Сюда нельзя, Хана, что ты думаешь? Да я обкашенный, братан. Хана, хватай я за ноги, блядь, выходи, заебал, Хана. Блять! Я ж тебе сказал, я быстро выйду! Блять, ты не целует, Мадина! Здесь сейчас рыба, брат! Здесь, брат, здесь! Да, блядь, раньше говори! Ты прямо проехал, ты че ебанулся? Сука, ты не нагитай, блядь! Она сейчас сдохнет, Кана, я не знаю, что делать! Чего, сука, сука!
Кана, менты! Кана, менты! Езжай прямо, не болись, брат! Пожалуйста, прошу! Ты че, долбоёб? Нахера ты отдал честь? Ты ебанулся, блядь, Канос! Сука, Алдик, ты же сам сказал, не пались! Охуеть, Канос, соберись, блядь! Фу, блядь! Аккуратней, брат, аккуратней! Быстрее, но аккуратней, брат! Я жить хочу! Все. Фу, братан, давай порогу я оставим, пожалуйста! Кана, ты че, ебанулся, я ее не оставлю, пойдем, брат! Да я обгашенный пиздец никакой! Бля, Кана! Помогите! Помогите! Сука! Соляды шылтарақты алтынды, я-я. Қалағаны тек аппақ көлік, я, аппақ көлік, я-я-я-я. Қыз ойлады бәрі оңай болады деп, көзбен атам тек деді, я-я. Бәрін әкең саған асықпа деп, неге ойланы жырақта үйде. Уважаю, стой! Вам туда нельзя, остановите! Ждите тут! Долбоёб! Ты помнишь, чем ты занимаешься, а? Ты поплоса, блин. Ты хочешь больше разбить? Ты с меня решил. У тебя трапов мало, блин. Тебе нахуя это надо? По протоколу мы должны поставить учет на наркологию, сообщить родителям. Полиции, конечно. Нахера ты ее в больницу повез, дебил? Как говоришь, меня зовут? Алдер, да? Да, Алдер. Ну давай, рассказывай, как было, что было. Қыз ойлады жылтарақты алтын деп, я-я. Қалағаны тек аппақ көлік, я, аппақ көлік, я-я-я-я. Қыз ойлады бәрі оңай болады деп, көзбен атам тек деді, я-я. Бәрін әкең саған асықпа деді, неге ойларың жырақта үйде. Неге ойларың жырақта үйде. Неге ойларың жырақта үйде.